Добрый день. Сегодня у нас Тупи Шват, и мы в некотором экспериментальном жанре сделаем интересную обзор идей, связанных с сетером Тупи Швата. С одной стороны, очень простых, а с другой стороны, помогающих нам взглянуть на свою жизнь более осмысленно. Дело в том, что Тупи Шват – Новый год деревьев, и в данном случае дерево символизирует самого человека, а плоды дерева, которые мы сегодня ставим на стол, символизируют его достижения. Это очень важно, потому что есть люди, которые не рассматривают жизнь с этой точки зрения и живут просто для того, чтобы прожить день. Как говорится, поели, можно и поспать, там поработали, заработали, опять же поели, отдохнули и так далее. У таких людей в сухом остатке от жизни не остается ничего, кроме пройденного времени и потраченных денег и нервов. Но если человек более умудренный и, скажем так, продвинутый, то ему интересно рассмотреть, что, какие достижения в его жизни он может для себя отметить. Маленькая реклама. Есть совершенно замечательный психолог Михаил Казанцев, вот, который написал несколько книжек на базе классических психологов. И эти книги мне сильно помогли, в том числе и в разработке этого материала. Поэтому я всем рекомендую, вбейте в Google Михаил Казанцев и найдите его книжки, скачайте и почитайте. Он очень помогает в этом жанре. Так вот, посмотрим с этой точки зрения на список плодов, которые у нас предусмотрены на сетере Тупи Швата. Напоминаю, что это 7 плодов, которые символически называются плоды, которыми славится земля Израиля, но в целом мы увидим более универсальный смысл этих плодов. Напоминаю, что их 7, и они делятся на 2 группы. Это плоды сладкие и, скажем так, плоды не сладкие. Сладкие – это 4 плода – гранат, виноград, финики и инжир. А не сладкие – это плоды, которые мы насыщаемся в обычной жизни. Это пшеница, ячмень и маслины, которые символизируют оливковое масло или в целом масло, то же самое, жирную субстанцию, в которую можно макать хлеб, чтобы он был более сытным. Так вот, в первом чтении эти две группы символизируют 2 типа наших достижений. Достижение имени сладких плодов – это достижения, которые при этом доставляют нам удовольствие. Так, например, если мы поехали в отпуск и набрались там впечатлений, отдохнули, то удовольствие является частью процесса. И поэтому в списке достижений отпуск – это что-то, связанное с удовольствием. Теперь, например, чтение книжки. Если эта книжка увлекательная, то в ней есть удовольствие. А если эта книжка инструкция по управлению компьютером, то для некоторых это не удовольствие, но это важная часть их работы, которая им важна, но не связана с удовольствием. Поэтому первое разделение, которое нам помогает, это понять, что в жизни есть достижения с удовольствием и без. И те, и другие нам важны. И поэтому их символами являются 2 типа плодов. Теперь начнем с более простых, которые без удовольствия. Они тоже 2 категории, это хлебные и масляные. При этом хлебные – это пшеница и ячмень. Это означает, что наши основные достижения можно разделить на 2 категории – более грубые и более тонкие. Потому что ячмень символизирует, условно говоря, животную пищу, пищу грубого начала. Поэтому, например, если человек идет в тренажерный зал и проделывает там некий набор упражнений, то, может быть, его душа в первом чтении, по крайней мере, не особо получила достижение, но тело получило. Поэтому есть более грубые и более тонкие, их тоже стоит в определенном смысле различать, потому что нам важны и те, и другие. Поэтому те, кто, например, занимается сидячим образом жизни и тело свое игнорируют, грубое удовольствие, грубая часть их жизни, она
имеет изъян. Поэтому мы должны уделять внимание и тому, и другому. Теперь, что символизирует масло? Оно символизирует сытость. То есть, представьте себе, что есть две ситуации. Первая, вы там что-то сделали и чувствуете, что как бы, ну, тяжело тут двумя словами сказать, но в целом сытость – это чувство, ну, того, что насыщение, скажем так, действительно. Вот. Это не только связано с едой. Ну, например, человек пошел бегать, один человек побегал 5 минут, ну, так вроде побегал и побегал, а другой основательно пробежался там час, там, вспотел хорошо. И это насыщение именно в данном случае от процесса и от результата. Поэтому кроме общего подхода есть еще аспект насыщения. Его символизирует масло. Поэтому, например, когда вы едите хлеб просто, или когда вы его макаете или намазываете маслом, то вы понимаете разницу в этих двух ситуациях. Поэтому масло в том числе символизирует насыщение и как бы такую концентрацию, плотность того, что вы едите. Теперь, что касается плодовых, в них есть много разных аспектов. Ну, например, первый, который у меня тут в списке, инжир, он у нас есть в плодах косточки, кожура, а есть инжир, который вообще без кожуры, без косточек. Это удовольствие, которое вообще без побочных эффектов. Ну, например, удовольствие с побочным эффектом. Вы курили сигарету, у вас остался там тот самый табачный дым внутри, изъян создав. А что-то прочитали книжку, вообще все только чистое удовольствие. Вот. Ну, правда, потратили время, но в целом понятно, да? То есть удовольствие без побочных эффектов, а есть удовольствие, которых надо иметь в виду побочный эффект. И его символизируют разные там косточки, кожуры, то, что не является в чистом виде плодом, а является его дополнительной частью. Дальше. Финик, он суперсладкий, это концентрированное удовольствие. То есть понятно, что есть удовольствие, которое нужно там несколько часов, а есть, ну, например, те же сладости, да, например, тот же там сладкий торт, вы там съели маленький кусочек или конфета, и вы уже больше не можете. И такого же типа есть удовольствие не только в еде, но и в чем-то еще. Там сами подумайте, например, какая-то супернасыщенная книжка, например, если вы читаете книжку по кабале, то на третьей строчке вас уже вскипают мозги, потому что так много всего, что вы уже вам достаточно. И поэтому есть книжки, которые можно читать по одной странице, и это будет уже концентрация примерно как у финика. Дальше. Есть структуры. Гранат, он очень структурированный. У него есть как бы цельная форма, и внутри есть ячейки, в которые разложены зерна граната. И поэтому это те удовольствия, те достижения, которые структурированы. Ну, например, когда вы идете учиться в университет, то у вас есть каждый день, это день, внутри дня есть еще предметы, классы, или у вас есть там классы, внутри них есть какие-то задачи, то есть это такая ступенчатая система удовольствий и достижений структурирована. Ну, есть более простая ситуация, это виноград. Виноград – это гроздь или по-научному кластер. То есть это тоже некая коллекция, она не структурирована, но это тоже коллекция. Например, я недавно попросил моего веб-мастера собрать там одну страничку моей новой статьи. Вот, и когда я зашел на эту страничку, вижу и заодно получил удовольствие от того, что мои там 20 последних статей, они сказать, на одном списке, топ-лист как бы. И это тоже достижение, но оно списком, но не структурировано. Поэтому гранат – это структура, а виноград – это кластер. Следующий момент, более тонкий. У винограда есть производный продукт, который называется вино. Вино исторически происходит через процесс, проходит брожение. Брожение – это когда что-то портится. Поэтому вино символизирует достижение, в процессе которого вам пришлось пережить какую-то травму или что-то, какое-то разрушение, как говорится, шверат килим на языке кабалы. То есть, когда что-то поломалось, но потом исправилось и стало лучше. Вот. Хороший пример, когда у вас в семье какая-то ссора, вот, но потом вы помирились и осознали что-то, и эта ссора, она привела к более глубокому взаимопониманию. Поэтому вино – это переход через травму или брожение. Сухофрукты – это консервация. То есть, есть удовольствие, которое можно сконсервировать и потом воспроизводить. Ну, например, вы написали какую-то музыку, вы ее записали на
куда-нибудь там в облако или на диск, а потом вы ее слушаете. Или, например, я сделал фотографию своей внучки, и периодически я просматриваю эти фотографии, то есть я имею удовольствие как бы в засушенном виде, в смысле с возможностью вернуться, как фрукт, который в кармане может дожидаться нашего обращения к нему. Теперь дальше. То же самое, кстати, с маслинами. Интересная вещь. Говорится, чтобы сделать масло, маслины нужно давить. И это означает тоже некий еще вид страданий. Не разрушение, как в случае вина, а некое страдание. Да? То есть, когда человеку приходится, так сказать, ощущать некое давление, его там прессует жизнь, но потом в результате на выходе получается масло, как результат того, что на выходе. Дальше. Косточки. Особенно это актуально для дантистов. То есть, если какая-то твердая косточка, вы можете случайно поломать об нее зуб. Поэтому есть удовольствия, которые нужно быть аккуратным, чтобы они не поломать что-то. Поэтому удовольствие с побочным эффектом, которое требуется аккуратности. Вот. Также кожура – это то, что защищает. Поэтому есть удовольствие, которое, так сказать, нужно сначала пройти через кожуру и добраться до цели. И, наконец, закончить этот короткий разбор тем, что у нас есть два типа пространств. У нас есть сад, в котором растут плоды, и поле, в котором растут злаки. Поэтому это два типа пространств рабочих наших. Сад, это в котором можем прогуливаться в тени и не только собирать плоды, но и наслаждаться садом. А поле, это в чистом виде такое рабочее пространство, от которого мы не ждем удовольствий, но ждем результатов. Поэтому вот такой простой обзор, который мне сегодня пришел с утра после чтения одной из книжек Казанцева. И вы сами можете его развить, можете поделиться какими-то еще дополнительными смыслами. И такая простая идея, она дает нам глубокий смысл понимания нашей жизни. И я желаю всем иметь очень осмысленный тубишват. В нем еще есть много других идей, концепций, которые вы можете прочитать в других местах. И это все вам поможет сделать свою жизнь более осмысленной, структурированной, наполненной разными значениями, и не только для себя, но и для близких, которых вы можете обрадовать тем, что ваша жизнь будет не только для себя, но и для человечества, для мира, для радости, чего я всем вам желаю. Спасибо.